прямом эфире телеканала «Кубань-24» программа «Артефакты». С вами Екатерина Славянская. Прогуляться по улицам Краснодара, увидеть любимые места, подумать о жизни и никуда не спешить. Все это можно в муниципальном концертном зале органной и камерной музыки. Там работает выставка «Городской пейзаж». Это коллективная экспозиция, посвященная Краснодару. На полотнах новостройки, уютные уголки, дворики и знаковые места. Многие из них связывают сегодняшних жителей с прошлым краевой столицы, более века носивший имя Екатеринодар. Мы представляем коллективную выставку краснодарских художников, которые посвятили свое творчество любимым местам. Мы можем видеть улочки, по которым проходимся ежедневно, кто-то на работу, кто-то возвращаясь домой. В совершенно удивительных красках. У каждого техника своя, у каждого свои краски. Земля плодородная и богатая талантами. В нашем регионе рождаются, живут и творят одаренные люди самых разных сфер искусства. Вчера в одном театре состоялся концерт неординарной исполнительницы с мощным голосом Лейлы и ее музыкантов. Сегодня исполнители у меня в гостях Лейла и Алексей Апасов. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Итак, сегодня вы попали в праздничный выпуск. 80-летие Краснодарского края отмечает весь наш регион. Соответственно, сразу сложный вопрос. Что вам дала Кубань? О, можно я отвечу? Для меня Кубань — это не родина. Я с обратной стороны планеты, с Амурской области. И всегда был в поиске дома, потому что дом ты не понимаешь, что это. Это там, где ты снимаешь, или там, где твои родители живут. Да, я был в поиске дома. И только вот на Кубани, в Краснодаре, я нашел прям вот дом. Мне комфортно. Мне кажется, что это лучшее место для того, чтобы жить, развиваться, размножаться. Хорошо, Лейла, как для тебя? Я согласна. Скорее всего, это там, где твои друзья, твои любимые. Я тоже не отсюда, я из Казахстана родом. И как-то так получилось, что здесь я обрела все: семью и друзей, и родных, любимых людей. Теплый край. Во всех смыслах. Отлично. Ребят, вы пришли не с пустыми руками. Поэтому, естественно, я вас попрошу исполнить одну из ваших авторских композиций и посвятим ее 80-летию образования Краснодарского края и поздравим таким образом всех наших жителей. С удовольствием, если вы нам поможете. Хорошо. Вы тоже не с пустыми руками? Хорошо, договорились. Узорами сплетается имя твое, мое. Травами, цветами или светотенью. Обниму каждый день твой я, раскину все краски на солнце я. С тобой протанцую до сердца я. Засмотрится ветер, он знает, что все возможно на свете. Море ты, море я. Блики волны ослепляют. Больше нету края между твоей, моей, моей. Раз, и мы творим этот мир. Два, вот бездомным дом, вот голодным пир. Вот бы все простить и очнуться. Видишь, дети смеются. Успокой меня, мы умеем летать под водой, как скаты. Делаем сальто, взлетаем вверх, потом вниз мы. По течению жизни я, ни ты, ни другие, не помню другой. Подобной стихии любовь спасет эту землю вновь, спасет эту землю вновь. Море ты, море я, блики волны ослепляют. Больше нету края между твоей и моей. Видишь, дети смеются.
Замечательно. Ребята, спасибо огромное, что пришли сегодня и поздравили весь Краснодарский край. Желаю вам новых, интересных работ и, конечно же, дальше акустических концертов. Спасибо большое. Спасибо. Такими спасибо. Сегодня были новости культуры. Оставайтесь с нами на телеканале «Кубань-24».